Всех приветствую, всем приятного просмотра. И нашел я ключ от кладбища. Он находится у нас в этом вот месте. Можете посмотреть, где я нахожусь конкретно. Вот здесь. Вам понадобится лопата, и вам нужно будет покопать, и здесь я его нашел. Все, проверил я, открыл. Да, это ключ от кладбища. Так что давайте заходим, давайте продолжать. И нам нужен будет еще один ретранслятор. Это хорошо. Чпуньк. Надеюсь, нам... Да, вот оно, вроде бы, или нет. Ретранслятор должен быть прямо здесь. Ага, почему его здесь нету? Что это было? Без понятия. Так, сейчас, секунду, ребят. Ретранслятор может быть внизу. То есть мы сейчас будем с вами спускаться вниз, правильно я понимаю? То есть поняли, да? Берете лопату. И вот где тут лопата, закопанное сокровище. Вот в этом месте можете его и найти. Вы как раз вот сюда и так проходите. И здесь оно будет. Поищите. Ладно. Давай спускаться вниз. Давай исследовать, что там нас ждет. Какое приключение. Угу. А вот ретранслятор. Как оно здесь оказалось? Честно, без понятия. Есть, да? Угу. А теперь что нам нужно? Нам нужно выбраться отсюда. Я могу вверх по веревке? Нет, не могу. Ладно. Что это за место? Так. Ага, уйти могу, да? Ну все, оно работает. Интересно. А, то есть я могу пробежать, да, это все? Так, открыть. Вот, это вот бусина огромная. Она нам нужна будет для этого, как его... Для того, чтобы у нас с вами... Не возрождались монстры. Это хорошо, это хорошо. Все, побежали. Побежали, побежали. Так. Все, чтобы этот замочек исчез у нас в карте. Да, вот эта вот огромная бусина нам нужна. Для того, чтобы когда я открою еще одну башню связи, у нас тут есть где-то башня связи, где-то должна быть башня связи, ну, допустим, вот эту, да, я открою. И тогда я смогу здесь убивать монстров, и они возрождаться не будут. Это хорошо. Все, побежали на эту локацию. Так, да, я поставлю вот сюда. Побежали дальше. Возможно, мы сейчас перейдем куда-то на... Бесишь меня на другой уровень куда-то. Так, я же сюда и пройду. Или не пройду? Ну, по идее, должен. Хотя лучше давай сверимся по карте. Не лучше... Да, на дорогу, вверх и направо. Ля-ля-ля, набежали. Кусай их, собаки. Ну так вот, молодец, умничка. Вверх и направо. Тряпочку даже собирать не буду, она нам пока мест не нужна. А вот эта ткань мне нужна. Так, давай мы с тобой уберем вот сюда, и чтобы собаки наш не кусал ничего, кроме врагов. Все, шикарно. Так, привет. Что ты, бедолага, тут? Как твои делишки? Ага. Так, открыть ворота. Шикарно. Шикарно, что могу сказать. Мы с вами умнички, мы это сделали. Так, дай посмотрю. И что это нам дало с вами?
Так, найти спасательную капсулу в точке эвакуации. Но это выглядит многообещающе. Только не говори, что мы сейчас с тобой улетим. Может, это мой выход? Может быть. Ему не хватает топлива. Я могу попробовать найти... Используя башню связи. Угу. Хорошо, нам нужно будет топливо. Так. Используя точку эвакуации, башня связи. Хорошо. Дай только посмотрю, что у нас здесь с вами есть интересного. Что мы сможем залутать. Так, что у нас тут? Угу, ящичек. Так, дай сюда. Бульк. О, вот эти вот штуки мне нужны. А здесь больше вроде ничего нету такого, кроме электроники, да, и всякого хлама. Да, электроника, дерево. Дерево, электроника. Ну ладно, давай форманем немножко. И пойдем дальше. Все. Побежали. Давай смотреть. Тут в любом случае будут монстры, я так понимаю, да? Или не будут? Стой, погоди. А где ты находишься? Где ты находишься? Куда нам бежать? А, вот сюда. Окей. Осмотреть. Здесь не хватает топлива. Мне нужно будет 4 топлива, да? Ладно, ладно. Иди-ка ты сюда. Осмотреть. Так, искать топливные ячейки. Давай поищем. Угу. Ну, предлагаю идти за этой, наверное, да? Так, уйти. Где ты у нас? Вот сюда. Тогда пойдем сейчас, откроем башню связи и пойдем за топливной ячейкой, правильно? Да, это у нас вроде будет ближайшая. Так, что это? Дом любителей каких-то. То есть выходим отсюда. Выходим, выходим. Сейчас вот так вот сюда. И вниз, да? До башни связи, хорошо. Башня связи, отлично, я понял. Так, побежали. Найти топливные ячейки. Давай начнем, наверное, с одной. Посмотрим, как оно будет все. Блин, я бы сразу все, конечно, полетел бы отсюда, но хочется полностью всю карту открыть и посмотреть, что у нас здесь есть интересного. Может прокачаться по полной нашего персонажа. Так, я же смогу сюда пройти, правильно? Ой, ну не начинай. Не, ой, у меня только настроение появилось из-за того, что я смогу улететь скоро отсюда. Ты начинаешь ругаться со мной. Все, еще один. Вот так вот, умнички. Так, давай смотреть. Да, вроде бы должны будем пройти. Так, дом любителей чего-то там. Отлично, отлично, отлично. Открыть. Угу. Заперто. Ну давай разломаем, раз заперто. Что это за баночки? Что это за баночки тут стоят такие интересные? Так, искать лучок. Ну, лучок у нас есть. Мне бы салат бы не помешал бы. Ладно.
Идем дальше смотреть. Ага, погоди, я что-то не обыскал. Что-то мы с вами не обыскали еще. А как мне туда пройти? Где дверка? Вот дверка. Так, здесь готовить, да? Томатная брускетта. Блин, аж есть захотелось. Ладно. Идемте. Идемте дальше. Минус один. Минус второй. Новый биом какой-то или что это? Интересно. Так, могу что-то взять? Бамбук. Не? Бамбук мы взять не можем. Не спи, замерзнешь. Так, заправка. Идем посмотрим, что у нас тут на заправке есть. Так, а закрой. Что у нас здесь? Сильно жарко, да? Сильно жарко, хорошо. У нас для этого с вами есть такая штука, чтобы нам жарко не было. Сейчас мы ее используем. Инвентарь. Кубик льда. Вот, ледяной кирпич. Все, ледяной кирпич мы с вами используем, чтобы нам жарко не было. И давай смотреть. Кто тут такой злой топает? Так, железо мне надо. Тебя мы сразу майкнем. Так. Скажи, пожалуйста, вот что ты начинаешь? Нормально же с тобой общались. Давай искать. Металл. Шикарно. Да, без ошейника у нас собакин будет кусать все подряд. Так, что здесь светится? Как нам пройти? Ага. По идее, сможем пройти. Здорово. Заберем. Металл. Металл, наверное, потом мы с вами тоже пофармим. Блин, сколько здесь металла. Прикольненько. Здесь я разломать не могу. Главное, чтобы тут тупика не было, хотел сказать я. А здесь тупичок, да? А не, вроде какая-то дорога есть. Вроде есть какая-то дорога, даже костер есть. Хорошо, отлично. Давай зайдем, сохранимся. Только сейчас залутаем эту вот штуку. Вот так, правильно, кусай его. Кусай его полностью. Так, костры. Угу. Мы с вами зажгли, отлично, идемте дальше. Так, минус. Этого мы трогать пока не будем, этот опасный, нужно будет с ним разобраться. И идем дальше. Так, минус. В доме, ага, в доме радио есть, нужно будет зайти, включить, послушать. Что это за тюрьма такая? Ага, может это полицейский участок был, да? Правильно я понимаю? Шериф, наверное, кого-то задержал, и он превратился в монстра. Хорошо. Идем дальше. Падла. Падла. Так, давай используем аптечку. Используем с вами аптечку. Да, с этими штуками надо разбираться. Чтоб они тут не плювались.
Так, бегим. Бегим сюндой. Что такое? Слизи усилит вокруг нас бывшие люди. Не единственное. Не, мне и так много заданий, которыми я не знаю, когда мы будем их выполнять. То есть, ага, мне нужно на ту сторону. Мне нужно на ту сторону каким-то образом попасть. Наверное, нужно будет вот сюда сейчас так идти. Ну, ладно. Идемте сюда. Грибочек, грибочек. Посмотреть. Блин, а я смогу на ту сторону пройти, либо не смогу? Как думаете? Божечки, да отстаньте вы от меня. Вы пристали, нормально со всеми общались. Нормально со всеми общались. Ладно, давай использовать аптечку. У нас одна осталась. Вот эти вот звуки мне не нравятся. Так, ребят, давайте жить дружно, давай. Как мне пройти вот сюда? Кто мне скажет? У нас костер есть. Блин, а я даже не знаю, как на ту сторону нам перебраться. Если честно. Так, давай зайдем, послушаем радио. Привет. Собрать, собрать, собрать. Готовить? Нет, мне не надо. Дай посмотрю. Может, как-то вот таким вот образом... Мы сможем пройти. Так, тут что-то закрыто. Какой-то домик. Открыть. Отлично. Готовка, поиск. Собрать. Блин, ну специй, картохи у меня уже много. Даже продавать могу. Все, минус. Ага, а тебя разрушить я не могу, да? К сожалению. Так, тут главное не спешить. Главное не спешить. Потому что я себя знаю, я сейчас могу упасть. Так. Ой, я стенку сломал. Я таки извиняюсь, я не хотел. Так, что у нас здесь находится и как мне сюда пройти? Хорошо, мы вроде перешли на другую сторону, да? Если я не ошибаюсь. Так, ну здесь мне поможет ломик. Здесь мне ломик поможет, ребят. Так, все, стой, вот так и стой. Все, ты наказан. Вот образом. Тихо, тихо, тихо. Главное водичку не упасть. Так, давай с этой штукой разберемся. Разберемся с этой штукой. Так, с этой мы тоже разберемся. Иди сюда. Листья нам нужны для... Падла, чуть не упал. Для топлива нам нужны будут листья. Так, отлично. Что нам? Что здесь? Сильно жарко, да? Правильно я понимаю? Инвентарь, инвентарь. Сильно жарко. Одежда, одежда. Так, шанс критического удара, нет, защита от жары, плюс 5. Ага, и давай снимем. Защита от жары, плюс 15, во, все.
переоделись с вами. Хорошо, что это все наделал. Блин, а мне нужно вот сюда, наверное, да? Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас рыбалка, но я думаю, навряд ли там какая-то новая рыба появится. Что-то я сомневаюсь. В этом биоме будет какая-то другая рыба. Так, ну давай проходим, возвращаемся. Возвращаемся. Здесь аккуратно. Давай эту тоже штуку. На всякий пожарный. Разберем. Потому что если я знаю, я буду в следующий раз возвращаться и по-любому улечу куда-то в другую сторону. Так, здесь у нас тупичок. Угу. Нужно будет потом одежду вернуть, какая у нас была с вами. Так, я здесь пройду? Либо не пройду. Нет, не пройду. И что делать? Что делать? Значит, нужно вот сюда и вот так вот, да? Давай проходим. Здесь есть что-то интересное в доме? Не. Нету ничего. Ёб твою. Ага. Давай, используем аптечку. Так и знал, что куда-то попаду. Не туда, куда надо, да? Падла. Делаем кусь. Так, стопем. И теперь давай пробовать идти вот сюда. Если нет, то придется. Угу. Придется возвращаться. Причем пешком возвращаться. Мы через костер уже не можем это делать, к сожалению. Телепортацию. Тупик. Значит, нужно было идти вот сюда, да? Насколько я понял. Наверное, вот так вот, да? Таким вот образом. Ну да, здесь тупик, я здесь не пройду никаким путем. Блин. Ладно, сейчас возвращаемся назад. Ну, другого варианта у нас здесь нету. Блин, в любом случае топливо нужно будет искать и как-то выход отсюда найти. Так, побежали. Дай мне лом, пожалуйста. Кусай его, кусай. Молодец. Ну все, давай, давай дружить, давай. Так, где у нас тут костер? Давай восстановим себе, во-первых, хп, во-вторых, бинты пополним. А в-третьих, посмотрим, как нам идти. Угу, через мост опять обратно. Через мост и туда до задания. Насколько я понял. Так, и нужно будет вернуть потом себе наш нормальный облик. Шапку-невидимку одеть. Так, все. Отлично, отлично. Инвентарь. Все, мы же можем, да? Правильно. Возвращаем. Так, собакин. Хотя ладно, все это будет.
Возвращаем нашу шапку, возвращаем нашу куртку. И побежали. Хотя пусть собака у нас будет с вами спокойная. Ага. Ладно, собакин, не будешь ты спокойной. Туда я бегу. Отлично. Только не решу, я не могу пройти здесь. Блин, падла, как же ж вы меня бесите. Вот такими моментами. Так, что здесь у нас? Не, я не хочу выполнять это задание. Вот сюда, в форт, да? Бегим в форт. Бегим в форт, и дальше тут как, куда, где, кого, зачем. Так, открыть не могу. Ну, пригодится, значит, нам кто? Правильно, ломик. Вот так вот, кусаю его полностью. Все. Мы с вами прошли. Опять же тупичок, да? Опять же тупичок. Так, погоди, 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 погоди. Давай дружить. Так, минус. Лавочку ломаем. Тут какой-то череп нарисован, видите, красный. Это что такое? Это новый какой-то монстр. Ля. Беспощадный питчер, йо. О, на мать. Так, хилимся, хилимся, хилимся. Ага, у меня. Падла. Стой. Все, 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 все. Давай, давай дружить. У меня птишек с собой нету. Ага, еще одна бусина выпала. Но это шикарно. Что я могу сказать? Это прям шикарно. Так, ломаем лавочку. Не такой он и злобный, да, оказался наш питчер. А можно мне здесь костер, чтобы я сохранился? Или нельзя? Так, ну, их мы как семечки уже щелкаем. Дай пройти, пожалуйста. Так, что мы здесь можем с вами? Ковбойская меховая шапка. Плюс температура. Нет, мне это не надо. Можем что-то улучшить. Бандана, ткань. Не. Единственное, что хочу я улучшить... Центральный процессор. Угу. И что это нам дало? Это, наверное... Так, громкие звуки из динамиков привлекают монстров из рабоубежища неподалеку. Постройте защитные сооружения, чтобы подготовиться к нападению Орды. Убейте всех монстров, прежде чем они доберутся до громкоговорителя. Изучите, создайте набор строителя. Так, постройте пулеметную турель. Убейте монстров из убежища, уйдите в убежище. Прикольно, у нас турель с вами будет, да? У нас будет с вами турель. Новая постройка, пулеметная турель. А это, я так понимаю, мы что-то запустили, да, с вами? Сначала должна... Защитная, хорошо. Хорошо, хорошо, погодим.
А где мне конкретно нужно здесь делать пулеметную турель? А если да, то... Блин, нам жарко. Инвентарь, одежда. Дай сюда, вот так. Если здесь, то почему здесь нету костра, как думаете? Тут же должен быть костер, по идее. Я бы мог посмотреть, что это за пулеметная турель такая. Бульк. Давайте искать костер. И смотреть, что за турелечка такая нам попалась с вами. Не, ребята, с вами не дружу. Давай, наверное, сюда сейчас пройдем. Вернемся к костру, наверное. Где наш костер? Блин, а костер у нас далеко. Здесь мост я могу починить только с этой стороны. Как мне пройти? Но у меня единственный вариант остался. Здесь, по-моему, мы пройти тоже не могли, да, с вами? Вот сюда и сходить, посмотреть. Возможно, там мы сможем пройти. Хотя тоже я очень сильно в этом сомневаюсь. Все, отстань, пожалуйста. Божечки, сколько вас здесь. Ой, уходи, Арчи, уходи. Твою медь, я откис. Угу. Ладно, побежали. Здорово. Не-не-не, все, ребят, давайте мы просто пробежим. Я вас трогать не буду. Ну не буду я вас трогать, обещаю. Так, мне нужно будет сейчас с вами забрать свое тело и забрать оттуда самое главное бусины огромные. Надеюсь, они не пропадут. А вот одна бусина есть. Ау, просто ауч. Так, это задание мне интересно. Это мне не интересно. Где наше тело? Вот тут наше тело. Вы что, издеваетесь, падла? Хватит. Это ж я, дружелюбный сосед. А вы начинаете. Блин, а мне, по-моему, было две бусины, да? Одна исчезла, я так понимаю, или что? Ага, тут и крикун есть, и толстяк есть. И бегун есть, тут все есть. Тихо, дай отойти. Вот этот вот мне не нравится тип. Он сильно больно бьется. Да, сильно больно бьется. Давай использовать бинт. Давай смотреть, где мы находимся. Угу, это место для рыбалки. А это, да, честно, я в душе не знаю, как мне туда пройти. Но вот эти вот мост, мне нужно разложить его с этой стороны. И это тоже, да? Ну, а здесь просто место для рыбалки. Так, давай, наверное, листья мы выкинем. Заберете. Это мы все забираем. Нет, у меня, конечно, есть уточка.
которое типа написано, вы не будете тонуть в воде. Можешь попробовать так пройти. Не знаю, сработает оно, не сработает. Хотя, ну, я думаю, навряд ли, да? Но в любом случае мы же не сможем сами выбраться. Вот есть мост, но мост опускается только с той стороны. Как мне попасть на ту сторону? Честно, я пока без малейшего понятия. Так, давай еще раз посмотрим. Вот здесь, возможно, есть проход. Возможно, но что-то я очень сильно в этом сомневаюсь. Хотя, возможно, и отсюда можно будет пойти в эту сторону. Тогда нужно, значит, что? Бежать вот таким вот образом, наверное. Ну, либо сначала вернуться сюда. Давайте, наверное, я... Как сейчас поступлю? Я нажму на паузу. Побегаю, поищу. И когда уже найду переход на ту сторону, тогда уже и продолжим. Ну, то есть это уже будет следующая серия. А в это, я думаю, уже все. Ну, честно, я без понятия, как туда пройти. А тратить время на запись, ну, просто бегая, я думаю, вам будет неинтересно такое. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Я пойду поищу проход. Если найду, то будет хорошо. Если нет, то придется куда-то в другое место бежать. И добывать нам топливо. Хотя, наверное, перед тем, как мы отправимся с вами в путешествие на ракете, думаю, нужно будет полностью открыть все карты, да? Вот эти вот закрытые. Вот эти вот штуки. И тогда уже отправляться. Так что все. Всем еще раз спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До потом. Я пойду искать путь. Все, всем мур-мур.